22 апреля 17 год, Харьков. Упавшее еще одно дерево во время снегопада 19 числа. Сегодня тоже снег срывался, уже даже скучно снимать. Никогда не думал, что съемки падающего снега в конце апреля станут тривиальным делом. Пятый день подряд. Пятый с 18 числа, 19 вообще был дикий снегопад, поваливший груду деревьев. Прелестно, конечно, что 22 апреля можно поиграть с цинули в снежки. Но на пятый день это уже веселить перестает. Больше похоже на день сурка. Причем не только на фильм с Биллом Мюрреем, когда он постоянно возвращался в один и тот же день, но и на календарный день сурка 2 февраля. По-моему, гораздо больше нынче. Антураж смахивает, чем на 22 апреля. В 15 году, 22 февраля, сурок харьковский Тимка предрек долгую зиму. А я слушаю это сообщение по радио. 2 февраля месил грязище. Снег сошел полностью и превратился в кисель 2 февраля. А сейчас 22 апреля, и все в снегу. 20 числа еще и гололед был. Было минус 6. Было минус 6. Да вот еще видно. Все одуванчики, травки покрылись коркой льда. Я понял, что выражение «хоккей на траве» — это не бессмысленный набор слов, а вещь, которая имеет физический смысл. И хоккей на траве таки может быть. Ну, в общем, все прелести апокалипсиса сегодня.